Всем привет из Гданьска. Вітам всіх. Сижу в отеле. Дождик идет на улице сегодня весь день вообще. Весь день коту под хвост. Смотрю телевизор. Польские канальчики. Тут есть один первый канал. Из российских первый канал есть. О, стройка все идет у меня тут за окном. Что-то затихли на обед, что ли, у них. Так не сильно они шумят. Но окошки не откроешь, конечно, пластиковые. Будет шумновато. Ночью не работает. Смотрим, дождь идет или нет. Так, дождь вроде кончился. Дождь вроде кончился. Можно пойти на улицу гуляться. Сейчас они отделывают. Это как называется. Теплоизоляция. Петролана. Петролана какая-то. А вот там у нас плац солидарности. Плац солидарности. Жалко, конечно, не плац трещина закрыта. Отель закрыт. ТВ-5 Гданьск. Купил чай, кто-то мне положили. Запивал чай, красный, на 2 дня. Как у меня зарезервировано. Две ночи. Ахмар, Нескафе, цукер белый, сахар, палочки специальные мешать, 2 кружки, 2 стаканчика, такая приветственная минералочка, не газовая, не газированная. Я пока не пью ее, уж с собой возьму. Сейчас на прогулочку. Дамбово Хельминска. Продуктовано, где у нас сделано? Минеральное СПЗО. Дамбово Хельминска. Воды налил из-под крана. Ну, там, это, в ванной. Ну, и в ванной, лазенка, душевой. Вот такие дела. Вот карта лежит у меня. Специально положил, чтобы, если что, ориентироваться. Старая карточка, как покупал, не знаю, 5 лет назад, наверное. Когда был здесь. Ну, вот уже некоторые данные изменились. По маршрутам автобусов уже данные другие. Транспорт. Здесь показан транспорт. Мейский. Городской. Уже номера другие. Вот аэропорт 110 так и идет. От Вжеща. Так, на этом пока заканчиваем нашу трансляцию. Так, буду собираться на улицу. Возьму зонтик. И... одену куртку. Прохладно должно.